пекарный мешок, такой же микс, Шотландия, крем 35 килограмм. Пока их у меня всего два, и скорее всего, если будет, то очень немного. Сразу посмотрим, сколько здесь красоты. Просто атас. Блузочка. Рубашечка. Еще какое-то платьишко такое, что ли. Шортики. Маечка. Ну, какое яркое платье. Еще одно платье. Или... А, это блузка. Яркие розовые джинсики. Женские. То ли платье, то ли туничка. Платье детское, по-моему. Так. Такая легкая блузка. Рубашка. Носки. Все без износа. Все либо новые. Полазим тоже. И тут. Так, что это у нас? Джинсы какие-то. Юбочка. Туфельки, босоножки, наверное, правильно называется. Такое платьишко. Такие бриджи. Красивые очень. Какой котик. Так, это у нас, по-моему, платье. Ну, или купальник. Купальник, походу. Да, это купальник у нас с вами. Красивый. Так, это у нас с вами типа блузки. В общем, блузка какая-то. Рубашка. Шикарный мешок. Просто атас. Такая вот. И шортики. Такая вот яркая. Такое яркое платье. Найковская ветровочка. Ну что тут еще у нас? Что-то новое. По-моему, брюки какие-то. Блузочка черная. Футболка. Ну, давайте еще копнем разок. Я думаю, достаточно будет. Такие красивые. То ли джинс, то ли 7/8, не знаю как. Так, блузочка. Юбка, что ли, не знаю.
Маечка такая красивая. А, это платье. Платьишко. Какая сумочка. Трусы. Блузочка. Шорты. Еще одна блузка. Ну, что-то яркое тут. Еще джинсы. В общем, все очень ярко. В общем, таких у меня два мешка всего лишь.